Всем доброе утро, приятного дня и хорошего настроения. На завтрак у меня ничего нового, ничего оригинального. Вот йогурт не сладкий. Тостовый хлеб с маслом, с сыром. Тостовый хлеб с маслом, с сыром, колбасой. Колбаса в наличии. И чай. Чай. Там внутри имбирь. Имбирь и 2 пакетика чая нури. Приятного аппетита, друзья. За окном пасмурно, но тепло. Доброго здоровья. Вчера читая комментарий, один из пользователей написал такой комментарий. Своровал или, как он написал, своровал или спиздил слово, как же, где-то я написал название слова «Емтачу». Ну, как есть, где-то увидел. И у себя написал. Просто у всех у нас есть иллюзия, огроменная иллюзия, что что-то нам в этой жизни принадлежит. А уж тем более слова. Ничего никому не принадлежит. Вообще ничего. Поэтому, уважаемые, вы меня не зацепили ни одним своим словом. Поэтому пишите дальше. Может, что и получится у вас. Ну, колбаса. Вот такая вот. Полукопченая бумага. Она для меня позачетнее, чем вот вареная, докторская или молочная. Тостовый хлеб тоже почему-то для меня как-то он приятнее заходит, чем обыкновенный деревянный хлеб. Благодарю всех, кто смотрит мой канал. Благодарю за комментарии, за лайки. Желаю вам доброго здоровья. И хорошего настроения. А мы продолжаем завтрак. Чай имбирный. Чай с имбирем. Не сладкий йогурт. Но практически как сметана. Хотя написано не сладкий йогурт. Сметана.